Казанский федеральный университет с визитом прибыла делегация директоров школ города Фуянь Китайской Народной Республики. Сначала гости посетили музей истории Казанского федерального, где узнали все о строительстве и архитектуре университета, посмотрели редкие экспонаты. Делегация Китая также познакомилась и с успехами таких известных людей, как Лев Николаевич Толстой, Владимир Ильич Ленин, которые также были студентами Казанского университета. Казанский федеральный университет очень красивый. Он известен не только в России, но и в мире. Здесь даже учились Лев Толстой и Владимир Ленин. Китайские школьники мечтают учиться в вашем университете. Приезд делегации директоров школ Китая был организован с целью знакомства с Казанским федеральным университетом. В планах не только посещение музеев университета, но и встреча с руководством Казанского университета для обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз.